Дорогие друзья, настало время познакомиться с участниками нашей шоу-программы. И под ваши аплодисменты мы приглашаем на эту сцену участников нашего конкурса. И Марию Буянову с песней Ирины Дорофеевой «Королёк». Королёк, птичка певчая, смотрит там недоверчиво, и в сердечке её отрубечиво не горит огонёк. Королёк, птичка певчая, смотрит там недоверчиво, хоть и чистого сона ты, деточка, но не поёт королёк. А сейчас мы приглашаем на эту сцену дуэт под номером 2 Сергея Владимиренко и Никита Космаков с хитом 90-х из репертуара группы «Иванушки Интернешнл» «Кукла». Саша и Ариша, просто годы детские прошли. Кукла Маша, кукла Саша, просто дети стали старше. Просто все мы подросли. А может быть у них там первая любовь? Олеся Дудовцова и Павел Кусков. Встречаем номер 4 Алиса Бендикова и Анна Ходунова с песней «Черный кот» из репертуара группы «Браво». Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Следующий звездный дуэт под номером 5 Людмила Берег и Ангелина Гасанова с песней «Желтые ботинки». Чоп-чоп-эй-роп-хоп,
Переходим ко второй номинации. Это песни о зиме, о новом годе, о новогодних чудесах и звездах. Встречайте, на сцене дуэт номер два. Сергей Владимиренко и Никита Космаков с песней «Большая медведица». Ночью поздней, тихо встану у порога. Час, когда созвездие ярким небом светится. Ни о чем пытать не буду, ни стрельца, ни козерога. Лишь один вопрос задам большой медведице. И созвездие, конечно, ты живешь своей жизнью. То, что люди до конца еще не поняли. Но сияла и смотрелась ты совсем бы по-другому, если б твой большой медведь сиял поблизости. Дуэт под номером один. Анна Крыжевич и Мария Буянова. Вальс Анастасии. Встречайте, друзья! Олеся Дудовцова и Паша Кусков. Новогодние игрушки. Встречайте, друзья! Все однажды летом приснился Новый год. По зеленым травам Снегурочка идет. Заявился дедушка Мороз, и такой милый волшебный преподнес. На много игрушки, свечи, хлопушки, а веселые зверюшки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод, да чего смешон весной народ. И не верила, что все пройдет сказочным сном. Встречайте, на сцене дуэт под номером 4 Олеся Бендикова и Анна Ходунова с песней «Снегопад». Запорошены волосы, взъерошены по безлюдным улицам. Она пройдет ночи, не души вокруг, и покажется ей, будто никому она не нужна. Снегопад, в эту зиму снегопад. Очень сильный снегопад, кружит снегопад. Снегопад, и ты не плачешь, снегопад. Это значит, что пройдет этот снегопад. Вы нам дали дуэт номер 5 Мила Белик и Ангелина Гасанова. На часах 5:15 и мечта в небесах. Можно взять и полетать выше всех.
выше самых ярких звезд. Этот мир безумно прост. На часах без 15 любовь. Эту ночь загадаем с тобой, чтобы все обязательно сбылось. Потерялось, но нашлось. Подошел к завершению наш конкурс. И под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем наших участников на эту сцену. Дуэт номер один. Анна Крыжевич и Мария Буянова. Дуэт номер два. Сергей Владимиренко и Никита Космаков. Дуэт номер три. Алися Дудацова и Павел Кусков. Дуэт номер 4. Олеся Бентикова и Анна Ходунова. Дуэт номер 5. Мила Берег и Ангелина Гасанова. Дорогие друзья, наше многоуважаемое жюри уже, наверное, готово, и мы хотим пригласить их на сцену. Пожалуйста, жюри, давай. Ну, давайте, чтобы нас все видели. Я думаю, что всем здравствуйте, добрый вечер. Спасибо всем, кто собрался сегодня. Ценители настоящего творчества и те, кто неравнодушен к творчеству, неравнодушен к людям, которые выходят на эту сцену, невзирая ни на какие препятствия, ни взгоды, ни погоды, дарят вам свой артистизм, дарят вам свое настроение. Они перешагивают через себя и показывают здесь, на этой сцене, успех. А самое важное, что сегодня младший участник вместе со старшим действительно были творческим тандемом. И как это важно, когда вы, взрослые, оберегаете этих малышей, передаете им свой опыт и ставите их на путь творчества, путь раскрытия. И, может быть, действительно, через несколько лет они станут настоящими звездами. Поэтому аплодисменты еще раз всем нашим парам. Огромное вам спасибо, что сегодня действительно на этой сцене родились новые звезды. Виктория Андреевна, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемые участники. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие сегодня быть в качестве жюри, смотреть на вас таких талантливых, креативных, артистичных. Большое вам спасибо. Ну и, наверное, у жюри мы сделали свой общий вывод, свой итог. Но я хотела бы сегодня вручить маленькие сувениры от Белорусского республиканского союза молодежи, от Управленского комитета, простите, паре, которая больше всего понравилась лично мне. Это пара номер 3. Олеся Дудовцова и Павел Кусков. Можно вперед, пожалуйста? Поздравляем вас. Специальный приз от Белорусского республиканского союза молодежи. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас мы объявим результаты. Мы объявим пару, которую выбрали именно вы, наши уважаемые зрители. Итак, приз зрительских симпатий конкурсной шоу-программы «Две звезды» занимает пара под номером 5 Мила Берег и Ангелина Гасанова. Пожалуйста, в центр. Победителем шоу-программы «Две звезды» вот тот момент, когда мнение зала совпало с мнением жюри. Мила Берег, Ангелина Гасанова, номер 5! Пожалуйста, в центр! Также специальными подарками мы хотим наградить Олесю Бентикову и Амишку Хрутунову, пожалуйста. Лена, оставайтесь, чтобы вас все видели. Девочки, выносите подарки, выносите. Конечно же, специальный подарок Олесе Дудовцовой и Паше Космакову. Пусть
подарок от организаторов Ани Кожевич и Машеньки Буяновой. Но я думаю, что Ане сегодня повезло больше всех. Правда, друзья? Поэтому аплодисменты. Мы поздравляем победителей, мы поздравляем всех участников. Выражаю слова благодарности. Спасибо, что вы есть в нашем районном Доме культуры. Спасибо всем зрителям.